решать, с кем приключилась беда. Их крепка дружба в поле Рабакар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелей он и быстрей. Рой! Нету никого сильней. Эмбер! Всех умнее и добрей. Хели! Он летает в облаках выше всех. Очень смел их отряд Поли Рабакар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба Поли Рабакар. И они вместе всегда. Рабакар Поли и его друзья. Почему сегодня так жарко? Ой, моя голова. Ой-ой-ой, ой, как же жарко. Мистер Уиллер? Ой. Вы слишком долго находились на улице в такую жару. Полежите в больнице, и вам станет намного лучше. Наверное. Спасибо. Готов, Эмбер? Да, я поехала. Пости, мы уезжаем. Возвращайся домой пораньше, хорошо? Хорошо. Голова кружится. Вот так ты лучше. Тебе жарко и голова кружится, потому что ты долго пробыл на солнце. Постарайся какое-то время побыть дома. Так у Спуки солнечный удар? Да. О, Поли, зря ты отправился патрулировать с такой шины. Ты запросто мог бы попасть в аварию. Я буду осторожнее, Джин. Хорошо. А ну-ка, пошевелись. Ох, как жарко. Все хорошо. Спасибо, что помогла мне, Джин. Да не за что. Ребята! Привет! Ты снова ремонтируешь свои шины? Да. Я сегодня весь день патрулировал шоссе. Может быть, дело в жаре, но шина у меня сдулась. Кстати, как там мистер Уиллер и Спуки? Я отвезла мистера Уиллера в больницу. Он побудет там пару дней и быстро поправится. Я полил Спуки из шланга, и с ним уже все хорошо. Ребята, вы молодцы, но какая же страшная жара стоит. Да уж. Я бы сейчас с радостью оказалась на Северном полюсе. Вот бы завтра пошел снег, да посильнее. Не может быть! Что случилось, Джин? Тут говорят, что сегодня будет еще жарче, чем вчера. В такую страшную жару на улицу лучше вообще не выходить. Я думаю, что нужно предупредить об этом горожан. Верно. Джин, пожалуйста, сообщи об этом всем и как можно скорее. Хорошо. Приветствую всех жителей городка Брумс. К сожалению, погода не порадует нас прохладой. Сегодня столбик термометра достигнет рекордной отметки за всю историю. Жарко, жарко. Пожалуй, сегодня лучше я посижу дома. Опасно. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь остаться дома и отдохнуть. А? Скулби! А? Привет, Поли! Скулби, на таком солнце спать слишком опасно. Мистер Уиллер вчера потерял сознание, пока работал на улице. Что? Мистер Уиллер упал в обморок? Ну да, поэтому после уроков возвращайся, пожалуйста, к себе домой, хорошо? Ну ладно, но... Скулби, ты помнишь, что мы будем сегодня делать, когда уроки закончатся? Конечно! Ура, здорово! Что, у тебя какие-то проблемы? Никаких. Я сделаю, как ты сказал. Что? Ты отказываешься играть с нами? Я не отказываюсь. Я предлагаю поиграть потом.
Поли сказал, что в такую жару оставаться на улице слишком опасно. А что такого опасного может быть в жаре? Мы всей семьей каждое лето постоянно ездим на пляж. Верно. Ты что, не можешь выдержать легкую жару, Скулби? Эй, да что вы такое говорите? Я же за вас беспокоюсь, ребята. Ты отказываешься, потому что не хочешь играть с нами. Да, ты же обещал. Ребята, хорошо, поехали. Правда? Да, садитесь. Ура! Что ж, вперед! О, как жарко. Джин! Заходите, ребята. Как там дела в городе? Все нормально, ведь мы успели всех предупредить. Отлично. А? У меня что, лед закончился? Джин, а ты не слишком ли много воды со льдом пьешь? Верно. У тебя от этого может живот заболеть. Ничего у меня не заболит. Слушайте, вы пока отдыхайте, а я съезжу за водой со льдом, хорошо? Ее не остановишь. Энни, Энди, вы готовы? Ну где вы прячетесь? О? Нашла! Ух ты! Как жарко. Да уж. Скулби, что-то ты покраснел. И у вас тоже лица красные. Я думаю, нужно закругляться и поскорее ехать домой. Ужасно жарко. Скулби! А что? Мне кажется, у тебя кондиционер сломался. У нас тут слишком жарко. Да? Ну, простите. Я открою окна. Ой, ветер такой горячий. Я задыхаюсь. Я хочу выйти отсюда. Я тоже. Скулби, выпусти нас. Хорошо. Ребята, выходите. Ой. Скулби, у меня голова кружится. Да, меня сейчас, кажется, стошнит. Ой, что же мне делать? Надо вызвать спасателей. Держитесь, ребята. Я скоро вернусь. Голова. Да, команда спасателей, Джин. Джин, случилась беда. Что случилось, Скулби? Срочный вызов. Я получила сигнал от Скулби. Энди и Энни играли на поляне, и им стало плохо. Должно быть, у них солнечный удар. Спасатели, выезжайте прямо сейчас. Хорошо! Уже едут. Мне нужно вернуться к детишкам. Почему я так устал? Энди! Как вы, ребята? Поли, у меня голова кружится. Ой. Не волнуйся, мы тебе поможем. Ребята, а где же Скулби? Он поехал, чтобы вызвать вас, но еще не вернулся. Поли, я займусь детишками, а вы тем временем поищите Скулби. Хорошо. Хорошо, вот так. Вот, попейте водички.
Ой, мне уже намного лучше. Мне тоже. Скулби! 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 Поли! Поли! Я здесь! Скулби! Ребята! Смотри, это Скулби! Все кружится! Не могу ехать ровно! Скулби! Не могу остановиться! Рой, давай! Ну что, все в порядке? Вроде да. Но у Скулби корпус слишком горячий. Нужно отнести его в тень и облить водой. Согласен, скорее! Мне намного лучше. С этого дня, если вы слышите предупреждение о жаре, то вы должны избегать выходить на улицу с 12 до 15 часов. Также постарайтесь находиться в тени и пить много воды, чтобы избежать обезвоживания организма. Также лучше одеваться во что-нибудь яркое и легкое и избегать темной одежды. Я понял. О, а мне нужно что-нибудь запомнить. Скулби, тебе нужно внимательнее следить, чтобы в твоем салоне никого из пассажиров не оставалось. Верно. Температура внутри салона при закрытых окнах может быть очень высокой, и это опасно. Ясно. Я буду осторожней. Ну а вы, ребятки, не зовите меня играть, когда жарко. Хорошо. Ну что ж, пора закругляться. Мой живот. Это от воды со льдом так живот разболелся? Наверное. Детишки, я задам вам самый последний вопрос. Что произойдет, если съесть слишком много льда? Я не знаю. Вам будет так же плохо, как мне. Мой живот. Извините, ребята. Вперед! Очень смел их отряд Поли Робокар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба Поли Робокар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелей он и быстрей. Рой! Нету никого сильней. Эмбер! Всех умнее и добрей. Хели! Он летает в облаках выше всех. Очень смел их отряд Поли Робокар. И они к тем спешат, с кем приключилась